Девочки, на самом деле мне очень повезло с мужем, он у меня очень ответственный, поэтому я хочу сегодня с вами поделиться его любимым блюдом. Это рулет из фасоли. Для этого нам понадобится фасоль. Сорт я беру ласточку, потому что она очень легко разваривается и получается очень вкусной. Также грецкий орех. Если я успеваю, я замачиваю ее на 2-3 часа, получается гораздо ароматнее. Сливочное масло и специи. Специи вы можете добавить, какие вам понравятся, какие вам близки, но я не добавляю так много, чтобы не перебить вкус фасоли и грецкого ореха. Для этого нам нужно сварить фасоль, мы ее сварили. Воду я оставила, она нам может понадобиться. Сейчас нам нужно ее измельчить. Мы добавляем туда чеснок. И измельчаем. Наша фасоль готова. Сейчас нам нужно сформировать рулет. Для этого нам нужен пергамент. Заранее нам нужно смазать его маслом, растительным или сливочным, для того, чтобы это все легко отходило. Теперь выкладываем фасоль. Нужно сделать его не очень таким толстеньким. Примерно вот таким слоем. Уплотнить, ну, сантиметра два, не больше. Уплотним это все лопаточкой, выровняем, чтобы все было ровно. Края выровняем. Все, после этого мы будем ставить сливочное масло. Сливочное масло нужно, чтобы оно было холодное, потому что когда она очень подтаявшая, его очень трудно завернуть, и оно все выходит. Поэтому лучше, конечно, ставить холодным. Масло мы смазали. Сейчас нам нужно свернуть фасоль аккуратненько, не давить, чтобы масло оттуда не вышло. И формировать тем самым руками красивый рулет. Вот таким образом мы его сформировали. Здесь тоже пальчиками нажимаем, чтобы ничего отсюда не выходило. Вот, рулет готов. И сейчас его нужно обязательно убрать в морозильник, в холод на полчаса. Еще я хочу представить вам рецепт теплого салата, который очень подходит рулету из фасоли. Так как фасоль очень плотная и тяжелая еда, а салат своей легкостью разбавит ее. Для этого нам нужно нарезать имбирь. Имбирь нарезаю не очень мелко и не очень крупно. Таким образом. Thank you.
Наш теплый салат готов. Мы тушили его 10 минут и оставили томиться. Сейчас мы посмотрим, какой у нас получился рулет. Очень аппетитный. Его можно хранить в холоде, даже по 2 недели, если там ждешь гостей или еще чего-то. Выкладываем теплый салат. Он очень ароматный. Все, наши блюда готовы. Я прошу вас, угощайтесь.